Диверсионная группа разгромлена. Стратегический объект остался под надежной защитой. Финалом комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области стало командно-штабное учение, которое прошло под Мозырем. Главная цель мероприятия – оценить эффективность системы территориальной обороны. Сегодня мы завершаем комплексную проверку системы территориальной обороны Гомельской области. Сегодня крайний практический этап. Мы ставили перед собой целью проверить, насколько местные органы власти на местах способны сформировать территориальные войска и подготовить их к применению. Итоги проверки показывают, что работа, организованная в Гомельской области, позволяет эти задачи решить. Слаженные действия местных органов власти и исполкома военного комиссариата позволили провести мероприятие на высоком уровне, начиная от призыва, формирования, размещения, боевого слаживания. Для проведения проверки в Мозыре был сформирован отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Из запаса призвали более 100 военнослужащих, которые в течение почти 2 недель вспоминали навыки в действиях с оружием, отрабатывали задачи в составе подразделений. В день X, когда проводилось командно-штабное учение, в пункт управления штаба территориальной обороны района прибыли начальники районов территориальной обороны со всей Гомельской области. В мирной жизни они возглавляют свои регионы, решают задачи по их развитию и жизнеобеспечению. На время однодневных сборов классические костюмы председателей райисполкомов сменили на военную форму. И вот уже входят в курс сложившейся ситуации. В районе Лучерейщи водозабор 2 километра юго-западнее населенного пункта Загорины обнаружена группа вооруженных лиц, для чего необходимо нам усилить охрану объекта и осуществить доразведку прилегающей местности для установления личности данных людей. Водозабор Лучежевичи, на который напал условный противник, действительно стратегический объект в районе. Именно отсюда обеспечиваются чистой водой не только квартиры и дома мозырян, но и промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации, предприятия бытового обслуживания. В условиях нападения диверсионной группы стрелковый батальон обороняется из-за леса. Случайный зритель, если бы он был здесь, мог и не понять, что это учение. Взрывы, стрельба, крики раненых, сирены спецтранспорта. Все условия максимально приближены к реальности. Наши с задачей отразить нападение врага, блокировать его и ликвидировать справились на отлично. Все наши планы, все наши цели в результате этой проверки, сдачи проверки, достигнуты. Наши военнообязанные, которые были отобраны в штаб района территориальной обороны, в отдельный стрелковый батальон, они выполнили свои задачи по предназначению. И сегодня при практической деятельности мы это убедились. Потому что те результаты боевого слаживания, которые они продемонстрировали за прошедшие 2 недели, позволили им убедиться, что они на все способны и готовы к выполнению задач по предназначению. Импровизированный бой завершен. Для военнослужащих запаса он стал заключительным этапом военных сборов. В пятницу, 16 октября, они вернутся на гражданку. Для руководства органов управления территориальной обороны, наоборот, наступило время подведения итогов и подготовки к следующим учениям. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».